Тем временем сегодня в Якутске прошло торжественное открытие памятника и сквера выдающемуся политику, защитнику якутского народа в военное время Илье Винокурову. Уроженец Намского района, он долгое время был в числе руководителей республики. Однако его самая главная заслуга перед народом – принятие ряда решений в годы Великой Отечественной войны, которые спасли тысячи людей от голода. Памятное место установили на улице Петровского перед зданием школы номер 17. Вообще огромное событие в масштабе города, республики. Вот. А для нас, многочисленных родственников, для тех, кто здесь присутствует, кто живет в других городах и странах, но для этого чувство гордости переполняет. Потому что все-таки это наш отец, наш дед, наш прадед. И мы им гордимся.